случай. Потому что у нас сетка для таким притенения. Сетку зиму мы не убираем. И не скапливается селезка. Поэтому очистим несколько. Сейчас одну сторону закончим, потом с другой стороны. Со стороны не смотрится таким толстым, да? Да. Кажется, совсем немного, а на самом деле там, наверное, полметра точно. О, перерыв. Вот, хорошо виден слой. Готово.